Друзья, всех приветствую. Видите эту станцию K3? Каждый день проходят по ней миллиарды долларов. Миллиарды долларов. И не рассказывайте здесь в комментариях, потому что в Канаде на газе и нефти нельзя зарабатывать 30-50, 60, 70, 100 долларов, даже 130 в час. Не рассказывайте, не зная. Откройте информацию, она в открытом доступе. И посмотрите, сколько зарабатывают на Oil Fields. Это Альберта провинция, где много газа и нефти. Не знаете? Не трусите вот эту сечку. Ребятки, вы приедете и все сразу поймете. Здесь зарплата не такая, как в Торонто, 13, 15, 17, 18 долларов. У меня знакомый работает на вот этой станции. Energy Transfer Canada. Он зарабатывает 1900 долларов, сука, в день. Вы представляете? 1900 долларов в день ходит, сука, с папкой, блядь. Да, он учился 4 года. И за вот эти 4 года в год...